И когда этот мальчик зашел в этот темный-темный лес, на него сразу набросился страшный монстр и сожрал. Да ну чё вы, чё ты орёшь, Тубик? Это вообще-то страшная история была. Вообще-то... Да капец. Так, дети, спокойно. Дядя, ну зачем вы такое нам рассказываете? Кстати, что это у вас за спиной? Что у меня за спиной? Хорошая попытка, ага, да. Ага, хочет меня напугать, а? Нет, если вы напугались, то как бы не надо на меня-то все переводить. Я-то уже взрослый. И такой, чё? Чё? Ах ты, ё-моё! Стой, а если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то завтра под подушкой найдешь iPhone. Один из моих подписчиков уже нашел его. У, что это, реально iPhone? Я поставил лайк и подписался на канал. Не шути! Чё-чё? Нубик, быстрее! Давай детей в бункер! Так, ну-ка, подожди! Давай, быстренько! Чё-чё, Чарльз! Ё-моё! Давай, быстрее! Что, дети, давайте! За мной. Быстро! Давай! Дети, вперед! В бункер! Давайте, залезайте! Давай! Серега, полетел! Пошел, Ваня, давай! Спускайся! Ваня, давай! Да куда? Куда? Где? Так, давайте, побежали! Так, вот здесь! Все? Дети, здесь. Все там все. У тебя? Да все у меня! Так, все, я тоже спускаюсь! Нифига себе! Вот это! Фу. Вот это я чуть штаны не ложил! Нифига себе, блин! Так, здесь ничего не закрывается, у нас все хорошо. Так, дети здесь, давайте, заходите, чего вы туда этот? Давай, Нубик, иди сюда. Я иду. Да иди сюда, они боятся, блин, капец. А, страшно нам, дядя Нубик, страшно. Давай, Нубик, оп, все, давай, заходи. За руку бери, пошли, короче, пошли, вот так пошли. Всех заводим. Давай, сюда иди. Давай, пошел. Так, ну вы-то что здесь стоите, а? О, все, все прошли. Так, я запиливаю здесь все двери, опа. Так Ванька, ты что встал? Давай, короче, так. Все, остановитесь, наверное, здесь, короче. Офигеть, чупа, сразу за комп уселся. Разрешения не давал никто. Так. Че вы тут самоволку-то? Вы же в детском лагере, ё-моё. Ну, пофигу, пусть сидит, эти двое тут стали, пусть так уже. Короче, я так понимаю, на поверхность мы теперь в ближайшее время точно не сунемся. Ну так, да. Дети, вы не паникуйте, родителям главное не рассказывайте, что там происходило. Вот, все нормально закрывал, будет. Точно? Да, да, я все закрыл. Да, все позакрывал. Раз хорошо. Мы здесь останемся ночевать, блин, конечно. О, я придумал. Сейчас мы тут где-то... Во, вот здесь. Так, сейчас я вам постелю здесь спальные мешки. Так, давай один... Хотя вот здесь можно на диване еще кто-то будет спать. Ну, лучше вот здесь давайте будете спать. Вот так да, вот. Так вот. Три спальных мешочка. Вот, чтобы вот, все рядом были. Офигеть. Чучучар. Блин, он там до сих пор чучукает. Слышите? Да, я слышу тоже. Кошмар, что же происходит? В общем, я предлагаю безопасный вариант развития дальнейших событий. Так. Значит, смотрите. Блин, капец, как мы от страшной истории перешли к реальности стрёмной. Блин, не говори капец вообще. Я предлагаю сидеть здесь, в бункере, до утра. До утра предлагаешь сидеть в бункере? Мы с дядей Нубиком утром выйдем, посмотрим, что там происходит, а вы будете здесь сидеть. Mm. Вот это, наверное, самый безопасный вариант. Ну давай, да, наверное, согласен, так и сделаем. Да, я согласен, так и сделаем. Потому что мы ведь отвечаем за детей, да? С ними ничего не должно произойти. Если с ними что-то произойдет, это капец просто. Если кто-то хочет в туалет, вот здесь вот, ванная комната. Да, свет вот, только там можете надо сейчас умыться, включить. В туалет сходить. Вот, если кто хочет, может ванную душ принять, вот. Все, давайте, короче, сейчас разгребать вещи какие-то. Да уж, капец какой-то. И, наверное, надо что-то покушать приготовить. Да. Так, уже 7 часов утра. Эй, Нубик, вставай, блин, ты не спишь. Что такое? Надо идти проверять, что на поверхности. О, дети уже тоже все проснулись. Уже проснулись? Молодцы. Так, кто голодный, берите каждому по шоколадному кексу. Вместо завтрака вам будет. Что-нибудь потом нормально сделаем. Так, вы сидите здесь... А мы сейчас командой вожатых сходим и посмотрим, что там на поверхности. Так, потому что без этого выходить будет небезопасно. Так, возьмем инструменты, короче, всякие здесь. Так, пожалуй, я вооружусь. Мне да. Так будет спокойнее. Я тоже приоденусь сейчас. Оп. Так, дети, вы про это никому не рассказывать. Да, вообще, если кому-то рассказывать. Маме, папе, бабушке, дедушке вообще никому не рассказывать. У нас следующий, здесь детский лагерь. В следующий год никуда не поедете. Мы серьезно относимся к всем вот этим. Так, зачем я все-то загреб? Пусть здесь-то лежит вот так вот. Оп. Бензопилу брать или нет? Да зачем она мне нужна, зачем правильно? Мне... Да, зачем бензопилу? Да, все, пойдем. Все, сидите здесь. Да, сидите здесь. Так, можете в компьютер поиграть. Рацию проверяй. Рация в порядке. Раз. Работает? Ну, работает вроде, да. А, ну да, я слышал тебя, да. Все, давай выходим.
И будем сейчас смотреть, что там на поверхности. Я надеюсь, так, что он свалил и ничего там особо не наделал. Потому что я тоже надеюсь. Если он что-то наделал, то все будет очень печально, возможно. Так, тихо. Смотрим. Что такое? Тихо-тихо, он тут. Он тут? Прямо там. Да, он, короче, возле палаток там ходит. Он прям внутри. Капец. Так, выходи. Давай за палатку сюда. Давай-давай, быстро-быстро-быстро за палатку. Да я здесь, за палаткой. Ты видишь его? Вон он. Вон он, блин, этот чуть-чуть Чарльз. Вижу, да, блин, он здесь, он ворота сломал. Где? Ворота? Не, ворота вон целые. Нет, он ворота сломал. Какие ворота? Блин, слева у нас, это стена. Ну стена, забор. Блин, это все забор, это одно и то же. Да нифига, ворота и забор, это разные. Так, погнали на башню. Давай, быстро, забегаем. Блин, он, по-моему, меня спалил. Нет, он спалил нас! Нубик, стреляй в него! Давай, стреляю! Работай по нему, работай! Так, давай, на тебя! На тебя! Давай, стреляй по нему, стреляй! Я надеюсь, они этого не слышат. Все нормально будет. Они ведь хорошие у нас дети. Так, быстро. Ах ты! Что такое? Ай, он скинул меня. Кинул тебя? Да, зажал меня, короче, на лестнице на этой площадке. Давай, тихо. Давай, Нубик, стреляй в него. Поднимается ко мне, а это я сейчас разведу вот так. Я скинул, Нубик, его. Только его развел еще, блин, а? Офигеть можно. Так, давай, отходим. Он прям здесь. Ух ты, блин. Ух ты, блин, нифига страшно, у меня аж мурашки по коже, ё-моё. Давай. Скидывай его вниз, не даю пройти. Давай, перезаряжаюсь. Давай, зажимай здесь. Он разгоняется на меня. Ух ты, капец. Тихо. Да что вообще происходит здесь такое? На тебе. Нормально его прокоцали, он уже, по-моему, даже хромает своими лапами. Аккуратно. Нубик, прикрывай меня. Да, я сейчас отхожу. Так, перезарядка. Я сейчас отхожу сюда куда-нибудь. Ай, блин, нифига себе. Так, я валю, быстрее. Я убегаю сюда. Оп. Так, я перезарядился, где он? Он что, уехал? Не знаю. Ну бегом, походу, уехал. Офигеть. Это просто, блин, жесть. Мне кажется, я даже палатку не знаю. Снес. Рельсы здесь проложил свои. И забор нам поломал. Капец какой-то, блин. Офигеть. Что делать-то, блин, теперь? Я пока не знаю. На, слышишь, Кирка есть? Да. Бери, короче, выноси рельсы все, я побежал за этим. Ага, ладно, как хорошо, мы? Давай, я понял. За решеткой, там решетка у нас еще была. Бензопила, надо там пилить что-нибудь, нет? Да нет, пока вроде не нужна. Окей. Так, сейчас тогда вернемся обратно в бункер, возьмем решетку и пойдем заделывать все эти дыры. Так, все нормально, дети, не переживайте. Монстр ушел! Да, монстр уже ушел. Сейчас мы там этот забор немного поправим, и все будет в порядке. Так, сидите там дальше, никуда не выходите. Опа-на. Так, возвращаемся быстро на поверхность. Сейчас заделаем эту дыру в заборе. Блин, конечно, чуть-чуть Чарльз этот офигевший. Прям максимально офигевший. Сначала он просто подкрался. Че тут Нубик сломал уже? Да, я все сделал уже здесь. Хорош, так, сейчас мы заделываем здесь... А что по лазерам? Ага, лазеры работают, все хорошо. Так, заделываем здесь, значит, решетку. Это, конечно, очень плохо. Ну, хорошо, что у нас есть хотя бы еще запасная решетка. Да, это вот, точно. Чтобы можно было здесь закладывать все это. Запасной у нас нету. Проволоки нет. Но мы можем решетку повыше сделать. Давай. Давай, сейчас я вот так вот еще поставлю сюда. Лучше будет так. Ну да, лучше железячная вот эта вот решетка, чем вообще ничего. Все сделали вроде? Да, вроде бы все. Так, ну тогда что? Что дальше делаем? Он же, наверное, вернется. Да, я вот тоже об этом только что сейчас подумал. Давай, знаешь что? Давай мы сейчас, значит, разделимся. Ты пойдешь обратно в бункер к детям. Ага. Вот, чтобы там они одни не сидели, не переживали. Вот, как-нибудь поразвлекаешь их, может быть. Так, хорошо. А я отправляюсь наверх нашей башни сторожевой и буду сидеть наверху и караулить. Если так. В течение 24 часов Чучу Чарльз не вернется... то значит тогда вроде как в безопасности. Если что, свяжемся по рации. Хорошо, да, свяжемся по рации, я понял. Все, давай тогда. Ладно, забери, давай. Или ладно, пускай решетка у меня будет, вдруг понадобится. Решетка, да, может быть понадобится, поэтому я забирать ее не стану. Так, все, отправляемся наверх, и сейчас будем здесь устраивать целую 24-часовую смену дежурства. Вот, я надеюсь, что чуть-чуть Чарльз не вернется к нам, и все у нас будет хорошо, и мы сможем дальше... спокойно отдыхать с детьми в нашем детском лагере.
Я что, заснул? Вот это, блин, чё? Рельсы! Так, где? Где? Вон он! Вон это Чучу Чарли гоняет там уже, а? По этим рельсам. Вот гад, а? Походу увидел. Нубик, прием! А? Проблемы! Нубик, проблемы! Что такое? Нубик, я заснул! Проблемы! Быстрее что, сюда! Пришел? Да, бери же, бери я пушки, быстрее! Быстрее, вылезай сюда! Тут капец просто! Офигеть, блин! Вот это жесть! Так, надо что-то теперь план какой-то придумать. Так, Нубик, прием, ты меня слышишь? Прием, да, слышу, я уже поднимаюсь. Лезь быстро на вышку, короче, как-нибудь, понял? Да, понял. Так, куда? Блин, я рацию уронил, ё-моё. Всё, я тут. Нубик, быстрее на вышку. Ты что, рацию уронил? Да, я рацию уронил. Я взял. Ты поднял? Да. Хорош, молодец, нифига себе. Блин, я тут, короче, стоял так, на краю. О, спасибо. Офигеть, он, короче, ты видел, ты посмотри, что он здесь наделал. Я случайно заснул. Офигеть. Блин, капец, так, я здесь так долго сидел. Так, а ну-ка, давай, иди сюда. Давай его гасить! Так, дурацкий патронов Чучу Чарльз! Патронов должно хватить! Давай, поехали! А я сплю, короче, и слышу какие-то звуки непонятные, блин, ты а? Ты уснул? Да, я уснул, ну, ничего я тебе говорю! Ну ладно, нормально все. Так, а я как ты проснулся? Я проснулся? От его вот этих гудков, наверное, проснулся? Да, я проснулся, ты... Да вам не слышно этого было в бункере? Нет, этого я не слышал там! Блин, капец, давай зажимаем его! Ух ты! Нифига! Куда он так? Я сюда. Пошел нафиг, вокруг колонн здесь буду ходить. Капец, как он быстро ездит по рельсам. Капец, ну, давай, Нубик, тебе... стреляй в него. Так, тихо, спокойно. Как там дети внизу, так, все в порядке? Все нормально, да, я их накормил, блин. Главное, главное, что с ними все хорошо, так я убегаю. Ну-ка, пошел нафиг отсюда. Я куда-нибудь здесь за палатку. Нубик, к тебе лезет. Так, ладно, убегай. Хорошо. Убегай, давай, он спрыгнул вниз. Офигеть, он какой быстрый! А, блин, он за мной! Он прямо Нубик, за мной! Давай, беги! Так, пошел вон! Он за тобой, Нубик, сейчас скинет тебя! Да, нормально! Опа. Нубик! Так, нормально все! Давай, я стреляю по нему! Ай, ты где, ты залез наверх, да? Да, я внизу уже! А, ты внизу? Блин, нифига себе, он прямо за мной! Прямо здесь! Так, давай! Ой, я перезаряжаюсь! Поднимайся! Пытаюсь! Я по лестнице пошуровал! Получай маслину в морду! Он не может подняться по этой лестнице! Может, лапы мешают, да, он слишком огромный! Так, я повыше заберусь! Давай, разбираем его! Так. Перезарядочка. На тебе, получай, Чучу Чарльз. Это просто жесть какая-то. Да что за день такой? Давай. Сейчас я вот так вот встану и на тебе, получай. Слава богу, что я успел вовремя все это услышать, заметить и проснуться. Давай, все разнес. На тебе. Офигеть, это просто жесть. Мы смогли его завалить. Это просто капец. Так, пошли. Иди сюда, у меня есть план. Какой план? Нам надо, короче, его куда-то деть, чтобы куда дети его не видели. Ну да. А что? Так, сейчас, короче, этот. Они спят или нет? Они нет. Не спят? Они не спят. Так, здорово. Я в порядке, там все нормально. Так, все, Нубик, пойдем наверх. Пойдем наверх. Завтра вы сможете выйти уже на поверхность. Да, не переживайте, все хорошо. Это мы прогнали Чучу Чарльза. Так, нам сюда. Они это запомнят надолго. Главное, чтобы они это никому не рассказали. Так, ну, нормально. Они в целом, можно сказать, ничего не видели. Ну да, кстати, на самом деле, да. Чуть-чуть только там за забором, а то, что здесь уже было после. Первый вечер, да. Так. Так, короче, смотри. На тебе пилу. Ага. Бери топливные баки к ней. Как? И давай начинай его распиливать на куски. Так. Нам надо его как-то вытащить отсюда. Мы же его не поднимем вот так вот, как это... Как мы его поднимем? Ну, это, блин, понял, это поезд, ладно, ё-моё. Хорошо. Давай, пили его, Нубик, пили.